Ну вот, отгремело открытие новой выставки. Мне кажется, что у вас очень часто выставки случаются. Да, только работаете. Наше дело и выставочное дело этому не рады. Почему? Ну, с появлением нашего музея у них нагрузка даже вырос. Так это же... А штат не увеличился. Надо, значит, кого-то в штат брать. Да. Хорошо ведь, что новый музей появился. И мне кажется, уже его полюбили горожане. Не знаю, дай это Бог. У меня пока обратной связи нет. Так, про выставку. Ну, идея, если по большому счету, то это достаточно развитая тема в западной социологии и философии о том, что голос миноритариев, то есть простого народа, не политиков, является важным историческим свидетельством. И наивные художники, они, по сути дела, такие биографы, хронисты времени, потому что, в отличие от профессиональных художников, которые работают на рынок, на конъюнктуру, на заказчиков, простые художники не скованы внешними инстанциями, а творят из себя, из своей личной судьбы, из своей личной биографии. Конечно, некоторые из них политически ангажированные, правоверные коммунисты, некоторые наоборот, аполитичные люди. Но тем не менее, в совокупности это такой голос снизу простых и непрофессиональных художников, непрофессиональных историков, но тем не менее это направление описания нашего быта и нашей истории, оно имеет большое значение, и его на Западе активно изучают как игры, которые играет народ с властью. Вот. Может быть, я сильно перечитал таких книг, но тем не менее вот в основе этой выставки именно такая идея. О том, как о своей истории, биографии, об обществе, о быте, о городах и деревнях рассказывают не официальные хронисты, кинематографисты, там, историки, социологи, а простые люди. И поэтому выставка еще обогащается документами, ну, историки это называют документами, это в чистом виде не документы, конечно, но, например, письма детей родителям, или, допустим, рисунки, которые дети делают не по заданию или по приказу, а по собственной воле. Ну, конечно, они индоктринированы телевизором, передовицами того, то, что они слышат, но, тем не менее, это такой чистый голос снизу. Вот. Музей и выставка оправдывают название народного, поскольку наивное искусство – это вид народного искусства, уже урбанистической среды. Но и в этом смысле мы, конечно, собираем народное искусство, но уже в таких новых формах, а-ля академическое. Но вот не живописную часть коллекции мы собирали народным способом. Потому что письма, документы мне приносили люди знакомые, я бросил клич, и мне приносят документы эпохи. Самое ценное, конечно, это личное творчество детей, написанное, не знаю, в 30-е годы, 50-е, 70-е. Это переписка с родителями, просто какие-то виды творчества эпистолярного, дневники, дневниковые записи. Это ценнейший документ истории. И вот этот вот диалог визуального, то есть живописные графические картины с какими-то вербальными рефлексиями, мне кажется, этот формат имеет большие перспективы. Это такая экспериментальная пока выставка. У нас нет оборудования, у нас нет различных организационных структур для экспонирования и хранения документов. Но я думаю, что я этот формат не брошу, и в будущем у меня будет такая хорошая выставка, соберу про голос детства из дальних долин. То есть вы хотите сказать, что экспонатов набралось больше, чем сейчас их на выставке? Конечно. Экспонатов выставлено где-то 10%. Угу.
Ну, например, у меня есть такой прекрасный документ, который я не мог по техническим причинам выставить. Ну, во-первых, у меня всего 3 витрины, а документов, наверное, на 15. Вот. Есть один документ руководства Уралмаша, дарит мальчику Диме Лемонову, который окончил или поступил в первый класс, такой вот адрес, такой вот лист. Поздравляем тебя с поступлением, там фотография, печать, все по-взрослому, ну, написано красивым каллиграфическим почерком. Там, Дмитрий Лемонов, поздравляем тебя с поступлением в первый класс, по окончании школы приходи в цех номер 48. Такая красотуля. Вот. Но владельцы этого документа в какой-то момент поставили на него чашку с чаем, и на нем такой вот круг на всех 4 разворотов. Я никак не смог это вытравить. А, ну, по музейным приличиям, конечно, такие документы испорчены не очень. Но зато есть тоже в плохом качестве, но я не мог его не выставить. Это моя бывшая коллега Наташа Успенская. Она в возрасте 5 лет, только научившись писать, написала на конверте, написала письмо, а на конверте написала адресата: Москва, Кремль, Фиделю Кастро. Ничего себе. Вот. И вот эти свидетельства, ну, как бы неизучаемые, никогда не замечаемые, но дети-то сознательные, они живут и творят, и вот как они через себя пропускают историческую реальность, там, не знаю, генсеков, войны. Это очень интересно. Очень интересный предмет для исследования, а для музеификации, конечно, это очень сложно. Вот мне тут из мемориала кое-что дали, какие-то материалы очень интересные. Я буду продолжать с ними работать. Они обещают мне передать рисунки чеченских детей периода войны. Это тоже очень важное свидетельство. Ну, а про картины, про живопись я могу говорить бесконечно. За каждой картиной история человека, какой-то драматический сюжет. Например, девочка Таня всю жизнь мечтала о цветных карандашах. Семья была бедная, и она их получила только когда уже стала сама пожилой тетенькой. И нарисовала себя, как будто бы у нее есть цветные карандаши. Нарисовала себя маленькую, с альбомом, раскрашенным цветными карандашами. Мальчик Федя мечтал о гармошке. Это я уже записала. Вот. Ну и так далее. Здесь мечты, страхи, переживания. Вот, допустим, 1 сентября. Одноклассники. Но вряд ли человек в суете заметит основную интригу этой картины. Это одноклассники, но лишь одна девочка в красном пионерском галстуке. Вот, а остальных еще не приняли. Вот. Ну, то есть какая-то, не знаю, ревность, обида и так далее. Вот девочка Надя все время оставалась последней в детском саду. И она мечтала, чтобы ее родители забрали пораньше из детского сада, чтобы она могла на лужайке перед садиком поиграть с другими детишками. А к тому времени, когда ее забирают, детишек уже нет, и лужайка пустая. Вот, и она нарисовала себя на качелях. Как будто бы ее забрали вовремя. Вот наивное искусство оно такое. Ну что, замечательная выставка. Как всегда, в очередной раз. Спасибо, Андрей.